Поздравляю вас с 37-й годовщиной Горловки. Сегодня день рождения города. Сегодня наш город отмечает свой праздник. И все, что в городе происходит, улучшение благодаря вам, дорогие горловчане. Поэтому в этот день рождения желаю вам здоровья, счастья, мирного неба. И также поздравляю вас с освобождением нашей Горловки от немецко-фашистских захватчиков. Уверен, что как можно быстрее наш город одержит очередную победу, и мы с вами будем праздновать ее. Днем рождения! Мне хотелось позвать москвичей, чтобы узнали они, как в провинции хлеб посольный встречают гостей. И какое исходит сияние от шахтерских измазанных лиц. Показать бы, но знаю заранее, не поймет меня житель столиц. Донбасса-центр, как смысл жизни всей. Здесь люди счастья и добра, и дружбы, которые хотят лишь лучших дней. Для славы горловчан и ты родился, и возвращался в милые края, где сердце санцеликая столица, и Горловка, где славная моя. Гляди, Копры, заводы, териконы, жизнь станций и фабричных проходных. Собора благодатные иконы все славит и наш труд, и наши дни. Пласты крутые местных не пугают. Здесь Горлов жил, Изотов шел в забой. Здесь пот и кровь сквозь недра проникали, чтоб жарче воспылал огонь земной. Добрый день, уважаемые горловчане и гости нашего города. Наш любимый город стоит в преддверии своей 237-й годовщины. Город Горловка основан в 1779 году. Название город получил в честь инженера-строителя Петра Николаевича Горлова. Он построил мощную шахту «Корсуньская копь», которая по техническому оснащению и организации горных работ была одной из лучших шахт Донбасса. В 2016 году поселок Горловка получает статус заштатного города. В январе 23-го Горловку относят к поселку городского типа. С самого своего основания Горловка была и остается городом-тружеником, работающим на благо страны. Сегодня на нашем празднике присутствуют предшествующие руководители города. Депутаты Народного совета Донецкой Народной Республики, почетные граждане города, делегации, прибывшие на празднование 237-й годовщины города, представители трудовых коллективов. Торжественный митинг, приуроченный 237-й годовщине Дня города Горловка, открывается гимном Донецкой Народной Республики.
дорогие горловчане и гости города. Со словами приветствия к вам обращается исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Сергеевич Приходько. Навеки хранимая Богом земля. Доброе утро, горловчане! Сегодня очень большой праздник. Праздник, который мы заслужили, пройдя эти года и военные в том числе, с честью и с доблестью. Что такое Горловка и что такое город? Город — это прежде всего его люди. Мужественные люди, люди-герои. Люди, которые сумели в этих обстоятельствах сохранить свои традиции, культурные, трудовые прежде всего. Поэтому, что хочется пожелать в этот день? Прежде всего здоровья. Прежде всего мира. Мира после нашей победы. Я верю, она настанет. И настанет очень скоро. Поэтому всем здоровья, счастья, добра и благополучия. Спасибо. Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики торжественно вручается Балюку Никите Александровичу. Дарчиашвили Инге Владимировне. Грамотой администрации города Горловка за высокие спортивные достижения и содействие приданию привлекательного имиджа города Горловка на международном уровне награждаются Макеенко Константин Сергеевич и Пугачев Сергей Александрович 3 августа 2016 года совершили восхождение на пик Ленина 7134 метра горную вершину Чон-Алайского хребта на границе Киргизии и Таджикистана, где водрузили флаг Донецкой Народной Республики. Грамотой награждается Долгов Эдуард Эдуардович. Занял первое место в весовой категории до 90 кг и стал абсолютным чемпионом чемпионата мира 2016 года по пауэрлифтингу, который проходил в городе Курск с 10 по 14 августа 2016. Желаю всем нам, чтобы Горловка с каждым годом становилась еще уютнее, чтобы улыбки на лицах были искренними и от всего сердца. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в лучшее. С праздником, моя любимая Горловка! Исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Сергеевич Приходько и руководитель города Горловка 2015 года, исполняющий обязанности главы администрации города Снежное Андрей Игоревич Дарковский. Наша Горловка – гордость Донбасса! Память Горловка нашей жизни и сердце столица. Твоя душа неистребима, Донецкий край ее ковал. Ее портрет неотразимый художник знатный написал. Мы граждане твои, мы горловчане, наследники возвышенной мечты. Родная Горловка, тебя мы величаем, тебе несем нежнейшие цветы. Митинг, посвященный 237-й годовщине города Горловка, объявляется закрытым.